заберет, ребята. 3:08 занят. 3:15 занят. Козак! Дильный! Здравствуйте! Привет, куда? Поехали на ресторан. У Гетьмачу? Не. У Европу? Да не. А куда? Ну там, где ты свадьбу гулял свою. А, ресторан Копеечка. Ну поехали, конечно, сейчас. Подожди, сейчас. Шавля! Вот с технологии. Конечно, дави, сигналка. Ладно, с казацкой комплектацией. Ладно, поехали. Слухай, а в тебе случайно фамилия не Ван Гог? А чё ты так взял? А щось без уха сидиш. Да не поверишь, пол неделю назад на Водолее подрезали барсетку и ухо подрезали. Так обидно! 100 гривен у барсетки было, представляешь? Конечно, приехали. О, что там, сколько с меня? 19.50. Так, оп, держи. Подожди, а сдача? Ну я солидный молодой человек, ну все ж чаевые. Конечно, 20-ку давал. Узнал, конечно. Нота люкса, да? Здорово. Здравствуйте. Куда? На Красную общагу. Поехали, по годам. Це ж ти неділю назад на Водолеї королесів з цим мочив. Стука ж у нас сидіть. Здравствуйте. Здорово. До п'яної книги. До п'яної книги. Поїхали. Тут слухай, то зараз заїдемо тут. Перекусить возьму, а тут под ложечкой целый день сосы. Девушка, добрый день. 15 гривен, пожалуйста. 13 гривен. Без салата. 18 гривен. Блинчика не надо, уру пусы. Аккуратно. Витекая, слухай, подожди. Ладно, поехали, слухай. Чтоб целый вечер на пьяную книгу, куда ты ставишь вечер на пьяную книгу? Не, ну як, мы же там заходим по бутылку пива берем и журнал читаем. Понятно. Так, а что это у вас такая машина, я больше интересно? Это у вас, наверное, на солярке что так работает, да? Привыше, на сале. На сале, кажу, казацкая комплектация, открыл бак, кусочек сала, чик-чик-чик-чик-чик-чик, положи у бак, все уключил, поехал, бачь панель блестый. Ну? Да, целый день натираю. Тут даже сиденье из сала. Можешь попробовать. Все, попробовать можно. Конечно. Но ты налегай, ты его как чинишь. Так, а в бардачке? Ничего себе, круассан. Лягушачьи лапки. Конечно. Да? Шо, возили уже? Ну, мало ли шо. Ездим. Ни музыки нормально, ничего, представляешь, отправил 2 часа назад смс, ку на радио глухо, не можуть песню навіть поставить. А мы в который раз повторяем таксисту из Глухова, что мы не будем ставить 15 раз за час песню «Їхали козаки». Ну ты представляешь! Не, ну нормально вообще, чуешь, вообще капец, нормально, так и можно це? Ганьба! Ганьба радио! Нічого, я все сам вмію. Що будемо робити? Будемо співати, щас вилазимо на шину.
Поняв, що це справа моя, тепер світла нос узяв сарані, тепер на шару мого збиваю. Прошу, шляю, тільки не дюкайте й ноги зразу. Позвуть отрості козацькі таксі, не краще глухові. А треба гроші заплати, гроші заплати. Бабосіки заплати, усе своє, що я хочу вижити, усе своє, що я хочу їсти, ти, 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 ти. Все, що я мушу, і чи не все,